Здравствуйте, меня зовут Михаил Волков. Я педиатр и помогаю родителям и их малышам быть здоровыми. Кроме приема в обычной детской поликлинике, каждую неделю я открываю двери своего телекабинета, чтобы ответить на все интересующие вас вопросы о здоровье детей. Добро пожаловать в кабинет детского доктора. Прием начинается. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Привет. Как же тебя зовут? Денис. Очень приятно. Давай лапу свою. Присаживайтесь, пожалуйста. Скажите, с какой проблемой вы пришли сегодня? Ну, проблема у нас налицо. Мы в гаджетах постоянно находимся. Это телефоны, планшеты, приставки, телевизор. Даже, ну вот просто мимо идем, даже если в торговом комплексе где-нибудь, допустим, и мы увидели телевизор, все, я его могу потерять. И это отражается на его учебе, потому что... Стал хуже заниматься, да? Ну, конечно. Ну, намного хуже, и оценки, конечно, снизить, и не хочет, что самое ужасное, потому что ему главное посидеть, поиграть. А не пытались ли бы просто забрать телефон разом, и все, вот нет его телефона? Не пытались? Пыталась, забирала. К чему это приводит? Приводит это к агрессии, к истерикам, к слезам. Так, Денис, оторвись-ка, пожалуйста, от своего телефона. Расскажи, пожалуйста, что же там такого интересного, во что ты играешь? Нет совсем-то игр, плюс еще на приставку. И я про все 100-то игр должен рассказать. Может быть, тебя интересует какой-то вид спорта? Может быть, чем-то ты еще хотел бы заниматься? Футбол, дзюдо. Так. Ну, секция не может длиться вечно. Ну да, там часа два, наверное, времени, да, там да. Час времени, вот, да, вы уделяете. Полтора часа у него на футбол, например, он полтора часа гоняет футбол. Как только мы уже приходим в раздевалку, все. Значит, если это невозможно убрать, я про телефоны и планшеты, задача, чтобы прежде всего расстояние от экрана до глаз должна быть больше 30 сантиметров. 2 часа в день — это максимальное количество времени, которое ребенок может находиться в планшете, в телефоне, компьютере, делать уроки, да, потому что, к сожалению, сейчас у нас все в компьютерах. И плюс еще телевизор. Интервалы, да, если он играет час, условно у нее есть возможность такая, вы ему предоставляете ее, то есть через 20-30 минут нужно убрать телефон, размять глаза, сделать разминку. То есть какая-то должна быть гимнастика для глаз, да, то есть мы фокусируем на передней точке какой-то, на ближайшей точке, и самую дальнюю точку выбираем, и так делаем несколько раз. Это будет совершенно замечательным упражнением. Попробуйте добавить в свой распорядок дня еще какую-то секцию, то есть ребенка следует еще загрузить, чтобы у него просто физически не хватало сил, то есть ребенок приходит вечером домой после секции, принимаем последний прием пищи, идем в душ и ложимся спать. Все. То есть без игр, без телефонов. А есть какая-то норма по физическим нагрузкам для детей? Потому что у нас спор с бабушкой. Бабушка, например, вообще против дзюдо и футбола одновременно. Ну, ребенок вашего возраста 9 лет, Денису, ну, часа 2-3, то есть точно совершенно ребенок должен чем-то заниматься. Ты 2 часа уже играл? Давай мне телефон. Нет. Давай телефон. Нет. Вот. Я меньше часа играю. Давай, поэтому мама просто забирает телефон. Давай, забираю телефон прямо сейчас. А почему я 2 часа играла уже? Потому что я все засекла. Вот. И так будет теперь каждый день. До свидания. Всего доброго. До свидания. Кстати, о гаджетах. На днях наша Липа пролистывала публикации в своем смартфоне о здоровье детей и наткнулась на статью, в которой написано, что закаливание и здоровье никак не связаны. После такого заявления наша неугомонная Липа решила узнать, так ли это на самом деле. Процедуры знакомы современным родителям. Холодный душ, обтирание, солнечные ванны, воздушные ванны, ходьба босиком. Но действительно ли все это так полезно? И правда ли, что зачастую закаливание и здоровье никак не связаны между собой? В общем, сегодня будем с этим разбираться. А поможет нам в этом профессионал, специалист по закаливанию, а также дважды мама Настя Жукова. Настя, привет. Привет. Скажи мне, какие мифы существуют в этом вопросе? Ну, самый главный миф, что закаливание избавит вас от приема таблеток, лекарств. Нет? Нет.
Но она поможет Закальни укрепить иммунитет ребенка и защитит от вирусов. Отлично. А теперь три основных правила закаливания. Ну, самое главное, должно быть все постепенно, да? Частая ошибка родителей – это ведро холодной воды в душе или бегом на снег. Естественно, большой стресс для ребенка, и все. И потом это крик. Мы начинаем постепенно. Какого возраста? Можно начинать прямо с месяца. В домашней ванне, когда мы делаем такое холодное пятно, когда малыш плавает. Я делаю. Плавает, температура воды 36, он маленький, да? Мы включаем холодную воду, и водичка уже в одной части ванны у нас прохладная. Получается, он купается то в холодный, то в теплый. Вот уже пошли первые процессы закаливания. Опять же, воздушные ванны, когда малыш голенький, лежит, и когда не все окна закрыты, когда мы все проветриваем. Опять же, когда мы ванной занимаемся, мы тоже не закрываемся, не устраиваем там баню, а уже проветривается помещение. Бабушки, вы сейчас бабушки это слышали? Когда да, ребенок, малыш, маленький, грудной, купается в ванной, не надо закупоривать входную дверь. Ну, наконец-то. Вот вам дипломированный специалист это рассказывает. Противопоказания. Кому абсолютно нельзя заниматься закаливанием? Ну, естественно, лучше проконсультироваться с врачом, да. Если есть проблемы с сердцем, сердечно-сосудистой системой, нежелательно. Опять заболевания кожные. Ну и самое главное, если есть сопельки, мы не начинаем закаливание. Малыш должен быть полностью здоров. Можно от себя еще добавлю? И мне кажется, это нужно в первую очередь быть примером для своих детей. Если мама с папой, а лучше еще и бабушки так делают, то тогда точно ребенок будет брать это на заметку. Ну что ж, до встречи в январе на пляжах Серебряного Бора, Настя. Да, все хорошо, спасибо. Спасибо большое. И еще, для того, чтобы программу закаливания не пришлось прервать уже через неделю из-за очередной простуды, ребенок должен получать полноценное питание, хорошо спать, вовремя отдыхать и часто бывать на свежем воздухе. Но что делать, если донимает кашель? Нужно лечить его как можно скорее, с первых дней простуды, чтобы не было последствий. И для таких ситуаций у меня есть помощники. Сиропы Гербион разбираются с разными типами кашля. Гербион сироп подорожника разбирается с сухим. Гербион сироп леща разбирается с влажным кашлем. Подходит и родителям, и детям с 2 лет. Здравствуйте. 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 Привет. Как тебя зовут? Расскажи, пожалуйста. Маша. Очень приятно. Присаживайтесь, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, с каким вопросом сегодня вы пришли ко мне? Доктор, нам так кажется, что у моего ребенка, у Маши, проблема лишнего веса. Лишнего веса. Так. Да. В некоторые хореографические студии нас тоже не берут. Говорят, сбрасывайте вес, и после этого приходите. Вот как. В художественную гимнастику сказали нам, двери закрыты. Расскажите мне, пожалуйста, в 2 словах о вашем рационе питания. На завтрак любим стакан молока выпить, шоколадки. Кашу. Кашу вы едите на молоке? Только на молоке? На или молоке мы мешаем 50 на 50 с водой? 50 на 50 с водой. Замечательно. Так, да, стараемся варить. Но мы пошли в школу, и там еще у нас один завтрак. Второй завтрак, да, хорошо. Второй завтрак. Пирожки и булочки сладкие. Так. В обед она приходит со школой. И стараемся, конечно, покормить ее супом. Горячее блюдо тоже есть, да? Да? То есть первое блюдо обязательно. Это очень полезно. Очень любит макароны. Ах, вот в чем дело. И жареные пельмени. Вот. Перед сном мы очень любим, конечно, поесть. Молоко с медом. С медом. Вот и радость моя. Так, а помимо молока с медом, тоже еще, бывает, наверное... Да, тоже макароны. Перед сном. Да, поздний ужин у нас получается. Ребенок на данном этапе развития у вас очень большое количество энергии получает, но не растрачивает ее. Поэтому задача направить эту энергию в нужное русло. Должны постараться отдать ребенка в какие-то кружки, да? То есть, возможно, мы с вами можем говорить о плавании, кстати. Прежде всего, мы начинаем с себя, да? То есть, покупаем те продукты, которые необходимо использовать в рацион питания повседневный. То есть, если мы говорим о молочных продуктах, мы говорим о твороге, да, который необходимо кушать. Ты кушаешь творожок, Маш? Да? Но это должны быть именно твердые сорта. Он не должен быть жирным, он не должен быть обезжиренным, да? Также мы поступаем со сметаной. Также мы идем, если кисломолочным продуктом, это ряженка. А если мы говорим о мясе, да, то
Прежде всего, конечно же, на первом месте будет стоять у нас красное мясо, говядина. Да, это самое основное, полезное, богатое железом мясо, которое должно поступать нашему ребенку в организм. Есть белое мясо, более диетическое, да, это будет у нас индейка, которую также мы можем использовать в рационе питания. Куда без фруктов и овощей, да, это наша клетчатка, которая также должна поступать с приемом пищи в организм. Очень важно соблюдать голодовые промежутки между приемами пищи в 3-4 часа, то есть мы должны все-таки вот именно сохранять. И если ребенок подходит и говорит: «Мама, я хочу есть», дайте ребенку стакан воды. Если опять ребенок просит кушать, давайте просто попробуем дать яблоко. Если после этого яблока снова ребенок голоден, ну тогда уже, да, мы должны ребенка накормить. А тут уже как раз и этот промежуток в 3 часа пройдет. Доктор, большое вам спасибо. Мы будем поддерживаться вашими рекомендациями. Всего доброго, до свидания. До свидания, Маша. До свидания. Главным правилом в борьбе с лишним весом ребенка является собственный пример. Нельзя заставить ребенка питаться правильно, если вы питаетесь сами неверно. Моя помощница Липа, мама троих прекрасных детей, строго следует этому правилу, а вопросу питания уделяет особое внимание. Вот и сейчас она пытается разобраться во всех нюансах правильного рациона кормящих мам. Все мы, мамы, с самых первых дней жизни наших малышей стремимся, чтобы они получали все самое необходимое. В первую очередь, это, конечно же, полноценное питание. Как известно, малютки получают все необходимое с молоком мамы. Ну а для этого мы сами должны правильно питаться. Ох, сколько об этом написано, сказано, снято. Но интересно, насколько в реальной жизни современные мамы выполняют все эти правила? Предлагаю сейчас проверить. А для этого я пригласила свою знакомую, молодую маму. Знакомьтесь, это Ирина. У Иры 6-месячный малыш, зовут его Тёма. Ир, привет. Привет. Ну, расскажи мне, ты как считаешь, в твоей продуктовой корзине кормящей мамы все продукты правильные? Я считаю, да, что у меня полноценный рацион. Ну, тогда я уверена, что ты легко справишься с этой задачей. Я предлагаю тебе собрать в тележку все продукты, которые находятся в твоем ежедневном рационе кормящей мамы. А оценивать твою продуктовую корзину будет диетолог, нутрициолог Олеся Анофрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я пока воспользуюсь моментом и задам самый популярный вопрос. Как много в современном мире осталось мам, которые не знают, что есть какие-то продукты, которые не должны быть в рационе кормящей мамы? Мы стали реже встречать неправильный рацион кормящей матери. Так, а если все-таки этот неправильный рацион встречается вот у молодой мамы, чем это чревато для малыша? Ну, во-первых, это будут отставания в росте и возникновение аллергии, повышается риск. И самая популярная проблема – это вздутие, метеоризмы, колики как у мамы, так и у малыша. Молодая мама, все шустренько, не застрянешь в магазине. Ну что ж, я уже свежим взглядом своим, как мама троих детей, могу сказать, будем обсуждать быстро. Начнем с хорошего. За что здесь можно похвалить, Олеся? Что правильно? Я смотрю, мясо – это говядина и свинина. Мясо в рационе мамы обязательно должно быть, но осторожно с жирностью, и говядину лучше телятину брать. Теперь рыба. Рыба достаточно аллергенный продукт, но вы сделали правильно, что отдали предпочтение морской рыбе, но лучше попробовать, не возникли ли аллергии у вас, у малыша, и тогда можно 2-3 раза в неделю употреблять. Что касается фруктов, я вижу, что твердые, естественно, здесь пестициды будут, просто в слабом растворе уксуса или соды на 15 минут в холодной воде подержите, и в порядке. То же самое... У тебя же времени вагон, обязательно замочи. То же самое с помидорами. И помидоры замочить, даже в сезон? Подержать. Ну, да. Молоко я бы порекомендовала заменить на кисломолочные продукты. Сыр, твердый сыр. Лучше отдать предпочтение нежирным сортам, ну, например, адыгейский. Так. Ну и все. Ну, в общем-то, неплохо, Ирина, неплохо. Ир, ну что, видишь? Вот что значит первый ребенок. Кажется, что все знаешь, подготовил, все прочитал. А на самом деле есть еще какие-то нюансы, которые, вот даже я для себя, будучи мамой,
трижды что-то открыла, вот, например, по поводу замачивания в уксусе. Олесь, спасибо огромное в нашей программе. Мы всегда рады профессионалам и экспертному мнению. Ир, ну что, что-то взять на заметку, но я так понимаю по твоей корзине, что ты уже готова выходить из декрета. Я зрителям не сказала. Ира просто шеф-повар, и поэтому понятно, что уже руки скучают по кулинарии в больших масштабах. Когда планируешь выходить из декрета? Я думаю, что в течение месяца. Я уже выйду на работу. Ира, ну, раз ты уже заранее знаешь, когда тебе выходить на работу, у меня для тебя, а точнее для твоего ребенка, есть небольшие подарки. Это смесь Кабрита Голд. Нежное питание на основе козьего молока для комфортного пищеварения малышей. Козье молоко известно тем, что оно не только полезно, но и легко и быстро усваивается. При необходимости смеси кабрита помогут тебе и малышу вести докорм, сохранив при этом грудное вскармливание или питание с сцеженным грудным молоком. А в случае недостатка или отсутствия грудного молока, будем надеяться, этого, конечно, не случится, кабрита поможет плавно перейти к смешанному или искусственному вскармливанию. А кашки кабрита – это нежные и вкусные каши на основе адаптированной молочной смеси из козьего молока для ведения зернового прикорма. На этом прием окончен. Будьте здоровы!